Правительство продолжает переговоры о приоритетах бюджета 2022 года. Сегодня договорились, что поднимут зарплаты медикам, учителям, работникам внутренних дел. А в сфере здравоохранения в следующем году дополнительно выделят 130 миллионов евро. Этот бюджет направлен на долгосрочное развитие. Он принят путем коллегиального труда с последовательным выполнением приоритетов правительства и коалиционных партий. В начале следующего года необлагаемый минимум будет повышен до 350 евро, с середины года до 500. Зарплаты медиков, педагогов, работников сфер социального ухода и внутренних дел будут повышены. Погранохране будут доступны доплаты за мобильность. Пограничники смогут получать дополнительно до 300 евро в месяц за работу далеко от дома. Что особенно важно, выполнены рекомендации госконтроля об улучшении качества досудебного расследования. Зарплаты следователей будут значительно повышены. Спустя 4 года снова будет повышено финансирование науки на 7,6 миллиона евро. А вот в сфере здравоохранения выделят дополнительно 130 миллионов евро. Но их не хватает на все нужды. Только для онкологии министерство просило 102 миллиона евро, но выделили только 30 миллионов. После утверждения бюджета правительством свои коррекции смогут внести депутаты Сейма.